Сегодня прекрасное море, погода шикарная. Еще 9 утра нет, уже столько. Купаются, загорают. Амурский залив вас приветствует. А это Басечка с хозяйкой. Ой, бабочка. О, ничего себе. Устала уже. Устала вся, устала. Так, что ее выносят? Много, много махагонов, очень много. В ухо попало. В ухо попало тебе. Я вижу. Я вижу, в ухо тебе попала вода. Она не любит сниматься. Где она толстая? Вот когда с воды худая, да. Стройная, постройнела, притворяется. Это когда я заболела, она тоже вес сбросила сильно. Переживала? Это Басечка. Я 13 килограмм сбросила, она бросила. Любит купаться, да? Ну, в одного она не пойдет. А, да. Только с хозяйкой купается. Она даже и зайдет в воду, если я не буду заходить. Лапы не намочат. Ничего себе. Да, Бася? Хаски. Где хаски? Преданная. Я говорю, как хаски. Преданная. Хаски нигде. Это она как хаски. Народ подходит. И во-первых, там представители. Вот, все так говорят. Вот, от многих. Где? Все, не все. Доброе утро. Всем доброе утро. 9 утра. Люди подходят. Кораблик все на месте стоит. Вода чистая, прозрачная. Передают, 3 дня будет дождь. Поэтому ловим погодку шикарную. Как раз середина августа. 2024 год. Смотрите, какая прозрачная. Я камни вижу. Хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба.